Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем играть за Escape из 2. Сегодня мы постараемся сбежать из этой ужаснейшей тюрьмы. На самом деле достаточно легкая. С вами Алекс Бонд, Рик и Коннеки Кен. Hello. Всем привет. Так. Главное найти фольгу. Ну я справа чекаю. Так. Фольга, да? Нету. Так, ты справа чекаешь, да, говоришь? Да. Это я нашел изоленту. Я изоленту тоже нашел. Так, завтрак. Так, здесь ничего. Желательно, вообще желательно. Возьмите покрывало красное и повесьте к себе на этот. Они снимают. Кого? Ну, покрывало с решетки, они сразу снимают. Прям моментом? Но если увидят, начинают сразу снимать. Я нашел дерево. А, у меня, кстати, все облутали мое. Ну да ладно, там ничего не было. Я нашел изоленту и еще дерево. Надо на завтраке отметить. Чтобы вообще звезд не было, парни. Сегодня давайте вот по максимуму не привлекать внимание. Нам сегодня бежать. Мы сегодня паиньки. Так, у меня есть две кирки. Изолента, деревяшка. У тебя, да, тоже еще есть деревяшка? Ну, что-то да, есть. Сундуки. А может... Мы гриданем их, что, блин, а фольга нужна. Ну фиг. Нужна. О, фольга. Краситель, это хорошо. Один фиг, нужна фольга. Так, лезвие, кисточка. Как думаешь, сможем пронести через 3 металлоискателя? Мне кажется. Если там никого не будет, то да. Так. Вот, например, полицейские только раз, два, три. Не, просто там реально получается две кирки. Мы их можем сразу и грейдануть, потому что у меня и дерево, и изоленту вроде куча. У меня два дерева. У меня тоже сейчас два дерева с собой. Если не ошибаюсь. 3 дерева. Вот изолента, конечно, проблема. Нам нужна фольга. Если фольгу не найдем, придется ее покупать сегодня же. Надо задание выполнять. Так, кого-то надо будет. А побить. Можно и продавать предметы же. Ну такое. Я такой беспалевный, с палкой запрещенный бегаю. Я лопату нашел. Крем для рук. Идеально. Так, Рик, у тебя в итоге форма-то есть полицейской? Да. Я нашел рулон фольги. Возрадуйтесь. Так, хорошо. Сейчас меня надо будет встретить кому-то. Да, все. Встретишь ты? У меня 4 предмета запрещено. 4, давай. Готов? Да. Поехали. Тут полицейский. Да по барабану. Ты где? Да. И фольга самое главное. Пойду отдамся. Главное, фольгу не слей. А у тебя есть интеллект или тебя вообще не хватает? Сейчас чекну. А за сколько? Он 60, да. Не, у меня 50 только. Ну, у меня 70, я сделаю, ладно. Это Рик. Я, короче, блин, не туда. Короче, у себя скину. Пошли, я сделаю прям сейчас этот. Давай кирки сразу прокачаем, как тебе такой план? У тебя сколько изоленты? Одна. У меня две, что ли. Или тоже одна. Ой, я не туда залез. Фольгу, изоленту. А, у меня 3 изоленты. Ё-моё, изоленты дофига. Я качаю кирку. И дерево тоже возьми. Я сразу кирку одну вкачаю фул. Так, так, так. Оп. Одно дерево или... Одно дерево и изоленту. И фольгу. Хотя, если у тебя дерево будет... Давай. Так, я крафчу. Оп-оп. Третий уровень кирка. Делаем мешочек. Кстати, мешочек, по идее... А у нас нет второй изоленты, да? Так. Обед. Все. У меня есть фольга, у тебя есть это. Сейчас отмечаемся. Пошли, сделаю всем кукол. И, в принципе, что, мы вечером сбегаем. А, нам нужно... У меня вроде есть изолента, надо сделать журнал.
У тебя что, изоленты нет, да? Нету, нету. Ты сам сделаешь, да, себе куклу? Да. Там подушка и два одеяла. Вроде. Знаю. Так, а что там надо? Че? Так, сделал. Так, Канеки. Да. С тебя по возможности, короче, побольше всяких там энергетиков, всякого такого на еду. Энергетики одна из самого выгодного. Хорошо. Так, у меня есть изолента, у меня есть журнал. Все, я делаю. Нам плакатик. Плакатик, постер. А постер еще и разрешен. Ё-моё. Все, у нас идеальный план. Если мы сегодня не избежим, будет очень печально. Так. Бежим. Я на работе. Так, не... все отметились на работе, надеюсь. Так, пойду Канеки сделаю куклу. Да, да. Канеки, когда будем ходить, вот эту куклу надо будет положить тебе в кровать. О, прикольно. Че? А, ты поднялся можно... камеры? Да. Там нужно три карты красных. Это вообще жесть. Ну это, я не знаю, для кого путь. Там можно выкопать, в принципе, стенку. Там четыре камеры. А, значит, надо электричество на улице вырубать. Оно на улице? Я даже не смотрел, где электричество. Ну, либо на крыше, либо на улице. Погоди, а если будет там решетка, электричество проведено? Вентиляция. А вентиляция у нас, кстати, только... Ты знал, что вентиляция есть только у левой и правой вот этих вот отсеков? У нашего нижнего нету. Второй этаж. Второй этаж, вентиляция, крыша. Нет, там нет, кстати, генератора. И там тоже красный ключ. Да это в любом случае бесполезная вещь. Так. То, вот справа какие-то, я вижу, голубые двери, можно глянуть. Так, а еще у тебя в тумбе лежит кукла, которую надо будет ночью положить, не забыть, Канеки. Хорошо. Так. Погоди, Канеки вот читает. Мы положим куклу, дальше куда? Я нашел генератор, вон справа на улице, да. Ну, а дальше я беру мешок, беру кирки и пробегаю, короче, бежим в левый отсек, прям сразу на улицу. Не забываем одеть форму. Канеки, придешь, я тебе форму одену. А, стой, если у формы бегать, у вас палит этот или нет? Нет. Ты уверен? Ну, проверим. А у тебя запрещенная форма? Ну да. А, ну все. Белая вот эта вот, медицинская. Полицейская. Не, а медицинская запрещенная? Да, запрещенная. А, ну ты в ней ходил, все нормально. Я надеюсь, все поняли, как мы... полицейской хожу. Как мы выбегаем. Через вентиляцию? Нет, через левый отсек. Вот наш нижний левый. С Риком, твой правый, а есть левый. Просто туда бежим и все. С тебя энергосы, с Рика желательно, наверное, тоже энергосы. У меня до три энергоса будет сок. Ну, не три этих, три сока и один энергос разве? Три энергоса, один сок. У тебя на, вроде как наоборот лежит в камере. Не помню. Так, душ. Так, ну пока не скачаюсь. Ну тут удобно расположили душ рядом с качалкой. Да, это удобно. Очень удобно. И главное, чтобы все были отдохнувшие. Потому что, возможно, нам пригодятся силы. Если надо, могу какое-нибудь оружие еще взять. Я думаю, там будет место на запретку. Ну, взять. На всякий случай. Получается. Да. Я теперь и сильный, нет, и умный. Так, теперь силу качаем. Бля, какой звук от душа был, скрип прям такой неприятный. Жму сотку, не менее. А ты где? Так. Я в душе. А, ты полицейский, что ли? Да. Ляк, надо кушать. Сила вообще ужасно качается. Сила нормально. Жмем всегда нелегкое дело. Ужасно долго.
Блин. Мне кажется, даже книги выгоднее читать. Успею, нет, на ужин. Но я должен успеть, потому что нам нельзя. Хотя нет, ну, примерно столько, сколько это. Ужасно долго, неприятно, тяжело. Вот бегать мне понравилось там. Хоп-хоп-хоп и все. Так, отдыхаем, кушаем. Так. Поняли, да, когда уже идет перекличка, мы все кладем куклы и сразу одеваем форму. Когда она подходит ко мне, я ему даю форму. Одеваем ее и выбегаем. О, простыня, кусок сахара, тубик. Слышишь, Канеки? Давай. Да. У нас всего 4 минуты. Нормально. Это о чем? Сейчас форму одеть. Че 4 минуты говоришь? Отдыха. Думаешь, нужно одеть? Я бегаю, ё-моё. А как ее одеть? Типа, с инвентаря, я помню, можно как-то. Либо скидываешь свою, либо сразу одеваешь. Ну вот как? Я на джойстике. Эту куклу, получается, надо перенести просто в тайник или с собой взять? Кого? Куклу Валик. Не, ее ты положишь на кровать. А, понял. Не, так. Мы, в принципе, пробежать мимо решеточки, ничего не будет, Денис. А если что, она делается легко. Но главное, перед тем, как у нас будет отбой, не спались с ней. Ну, я чуть не понял, реально, как она это... сделать, чтобы одеть ее быстро. Чтобы эти формы заключенных... Типа, я вас веду из тюрьмы. Буду надзирателем вашим. Новые ботинки, ну да. Так, а кстати, я могу лому взять. Давай лому вместо оружия возьмем. Я думаю, нам хватит. На самом деле, у нас ультракирка есть. Ультракирка, постер. Постер это вам а надо. Лома можно соединить. Тоже хорошая кирка. Кого? Два лома можно соединить и создать кирку. Ну тоже можно. Изолента нужна, у нас нет изоленты больше. Или у тебя есть? Капец, может быть есть. У меня дерева очень много. Да дерево уже все. Мы сделали. А уборки? Если мы будем... А, у нас кирка. Стоит два лома соединить? Понял. Да, там два лома соединяются. И будет кирка? Как я помню, да. Нет, лом, рукоятка и изолента это кирка. Два лома это что-то путаешь, наверное. Где она? Вот. Два лома это захват. Изолента. Захват. Оружие, компонент. Самодельная кувалда, ё-моё. Я не помню, кстати, самодельную кувалду вообще. Красивый рисунок. Супер кастет. Вот супер кастет, наверное, прикольный. Супер дубинка, супер бита, универсальный инструмент. Изолента. Сколько? Уже второй предмет выпал, офигеть, за игру. Бейбол. Так, скоро уже это, помните, да? Иди, беги сюда. Можно уже класть куклу, я думаю. Главное, чтобы нас не прошмонали. О, так. Как использовать куклу? Использовать левой кнопкой, в смысле? Не, реально, как я использую. А, вот, пробел. Так, пробельчик. Иди, давайте кладем куклы, берем то, что нам надо, и все. Я могу еще две запретки взять. Даже три. Оружие надо. Давай, у меня ничего нет. Скидывай, я тебе все возьму. Не, у меня нет оружия, просто в общем. У меня тоже ничего нет. Маме лом подойдет как оружие. Ну, давай. Бегите сюда, давайте уже это. Готовится. Там положил куклу, Канеки? Бегу. Да, положил. Все, бери энергосы и полетели. Давайте, времени нет, парни. Вы где все шляетесь? Так, беру куклу. У тебя сколько энергосов? На форму. Девай. По итогу не нашел.
Так. Давай, давай, Рик, быстрее, нам уже идти пробел. А, это вы? Ё-моё, я думал. Давай, 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 давай. Положи куклу. Да, я положу. Выкинь. Пробел. Все, полетели. Вот все, все взяли, давай. Я вот скинул. Где? Вот. А, спрятал. Все, полетели? Угу. Вот так вот, беспалевно. Отметили все и пошли сюда. Вот он наш побег, дорогие друзья. Второй, сколько? Третий день уже вроде. Сейчас ждем, когда все пройдет. И надо будет... Во сколько эти уходят? Погоди, снайпера в 11 погоди. Вроде? Или в 12? А нас сейчас не убьют разве? Нет, нет, снайпера. Нет. Нет, нет, у нас... Мы же все отметились. Мы все отметились, у нас подозрения нет. Мы в полицейской форме, все хорошо. Вы, главное, полицейским на глаза не попадайтесь по максимуму. Давайте вот, сейчас надо... Кто будет следить за картой? Чтобы полицейских нет. Хотя они вроде вообще погоди, на улице там, там уже обрыв идет. Какой обрыв? Типа, дальше стенки, разве это не обрыв? Или это дорога такая? Это все, это побег, по идее. А, ну давай. Сейчас, давай 12 начнем, я не уверен, что тут снайпера уже ушли. Ой-ой, и на фонарик нельзя попасть. Надо где-нибудь вот здесь вот копать. Даже постер не пригодился, я, кстати, его там оставил. Кто у нас ушел куда-то? Я. Куда я ты ушел? Ты аккуратно так попадешься. Так, 12 начинай работать. И, Рик, можешь по возможности карту чекать? А, или нет, лучше Канеки чекай карту, а ты чекай, чтобы нас никто не засветил. Я это тоже увижу. Че, готовы? 5 секунд, и мы начнем наш побег полностью. Давай, давай. Все, поехали. Так, никого нет. Отлично, кирка тратит 5%, сношу по 20. Мне кажется, это вообще легчайший побег, дорогие друзья. Просто зашли, взяли инструменты и побежали. Оп. Изи. Изи, не чувствуется вообще. Сложность карты, там что-то как-то называется, ультрасложная карта, там, не знаю. Чисто вот взяли форму, контрабандный мешок, кирочку вкачан и... Давай. И побежали вот так вот легко, дорогие друзья. 17 минут на второй серии. Супер тюрьма. Супер тюрьма, хочу отметить, да. Дорогие друзья. Поставили нам эй, 3 дня, мы сбежали. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик, дорогие друзья. С вами были Алекс Бонд, Канеки и Аркаша. Всем удачи и всем пока. Пока. И до новых встреч.